Всем привет, ребята! С вами Андрей, канал Про Сауна. Закончил очередной объект, проект. Было непросто, скажу. Работал я почти 2 недели, без 2 дней. Но закончил. Почему так долго? Потому что парная большая, достаточно, 3 на 4. И сейчас увидите, что там разместилось, что да как. Итак, поехали, ребят, не буду томить. Смотрите, сразу покажу, сделал портал. Портал от Гефест и печь сама Гефеста, ЗК-30, да? Вот этот вот портал, три камня, это тоже гефестовский. Ну, а потом оставалась коробка рваного камня, плитка такая, да? Такая плиточка. И сделал обрамление, то есть вот так вот обрамление сделал. Получилось, думаю, неплохо. Ладно, погнали, короче, в парную. Ребят, вот дверь уже стоит. Так, свет у нас, свет включен. Тапочки снимаем, потому что я там убирался. Итак, ребят, смотрите. Сделал я трапики из термоналичников. Трапики получились такие здоровые, большие. Там, кстати, слив. Уклон очень хороший. Со всех точек идет там слив. Вот такие два трапика. Сделал человеку лавочку под тазы и все такое. Вот, у него здесь... Почему сделал еще плюсом лавочку? Потому что у него здесь... Сейчас включу свет. Здесь, видите, теплый пол идет. И труба не перекрылась. То есть человек, кто выводил это, делал, ее загнул прям практически пипец. И я ее, то есть, не смог закрыть всеми способами. Итак, получился вот такой вот полог. То есть это полог для посидеть, ну и даже полежать. Он идет 60 на метр в высоту. Это идет 40 и 50 в высоту. Это для посидеть, для хорошей компании. Человека 4 здесь точно сядут. Вот такой вот рисунок из термодревесины. Установил окно. Ой, отсвечивает, ребята. Окно такое, прям замечательное окно. Как всегда, не без своих штучек темных. Сделал темные везде обрамления, наличники и все такое. В этом углу у нас получается уже, как сказать, лавочка для парения. Она низкая, она 65 сантиметров в высоту получилась. Итак, 80 на 80. 1,90 на 1,60 м. Это чисто лежать. Человек будет стоять вот здесь на трапиках и будет парить. А человека, кто будет здесь балдеть, валяться, отдыхать. Печь, конечно же, и сталька. Смотрите, кожура, то есть кассета сама, гефестовская. Облицовку человек заказал Тальгберг. Не реклама, ребят. Вот Тальгберг, вот такие вот ребята сделали ему вот такую облицовку под Гефест ЗК. Так что это не реклама Тальгберга. Просто, не знаю, я второй раз ставлю, но, видать, ребята занимаются, фиг его знает, делают. Плитка, рваный камень, метр на метр получилось, и высоту 2,30. Да, здесь высота 2,30. Сделал вентиляцию. Вентиляция идет прямо на улицу. Баста, зашитая в этом, в вагонке. Как делаю вентиляцию, я показывал. Ну, человек вот привез еще часы такие. Фирма Сава. Володя Ефремов любит фирму Сава. Володе Ефремову привет, кстати. И тахометр со спидометром. Вчера топил печь, протапливал ее здесь. Ну, в принципе, вообще бомба. Дымоход, ребят, видите, он идет на улицу. То есть здесь боковой выход. У человека наверху комната. Там дырявить прям кровать, короче, стоит. И дырявить он не захотел. Вывели с ним на улицу. Итак, на улице выглядит вот так. Вот, ребят, стоит площадка, притянутая 5 анкерами с каждой стороны.
Здесь выходит сразу метр, идет тройник, капельник, сейчас покажу, и 2,5 метра в высоту. То есть здесь опять же ответочка лист с отверстием, юбка, которая закрывает технологическое отверстие. Ну и вот он капельник. Капельник для чего делается? Для того, чтобы труба сконденсировала зимой. Стоит в крышке вот такое вот отверстие, сюда наворачивается кран, и это все сливается. Вся сажа, грязь и вода. Вот такой вот капельник на улице, то есть выглядит вот так вот. Камни заложил, камни жадеит, то есть труба Феникс 08, 304 сталь, по-моему, матовая. Ну, в принципе, хорошая труба. Печь Гефест, думаю, потянет эту трубу. Или труба печь Гефест потянет. Так что вот так вот я, ребят, все вкратце вам показал. Давайте покажу с этой стороны. Да, с шибером была у меня загвоздка. Выходил очень рядом и открывался в другую сторону. Вот этот ус открывался туда. Пришлось там модифицировать, чтобы он закрывался вот так вот. И все это прям тютелька в тютельку все надо было сделать. Короче, пипец. Там, кстати, лист супер изола в 3 слоя я сделал. И каолиновая вата, там все безопасно. Ой-ой, опа, ребята. Так что отсвечивает на окно, как ставлю. Видите, все в своем стиле, все. Дверная зона, оконная зона, все обрамил темным таким наличником. Что-то не хочет не фокусироваться, все прыгает по свету. Ну, здесь такая приглушенная, интимная обстановка, то есть 3 светильника. Так что супер. Итак, ребят, вот такая вот получилась парная. Оценивайте, парная большая, 3 на 4. Ну, никаких особо излишеств нету. Тут вагонка ольховая. Это полки все из Абаша и термо Абаша. Все по классике. Да, сейчас покажу. Вон, видите, бортик. Бортик я сделал отбортовку по всему периметру. Отбортовка идет по всему периметру. Когда плескают воду, чтобы вагонка не хапала влагу, я делаю отбортовочку. Так что вот так, пальцы вверх, ребят, кому понравилось. Всем пока, с вами был Андрей, канал про сауну. Ставьте лайки, подписывайтесь, ребят. Всем добра, пока.